Агентство по защите прав потребителей Казахстана ввело ограничения на ввоз и дальнейшую реализацию копченого сыра «Чечил». По информации ведомства, этот продукт питания не соответствует санитарным требованиям. На сегодняшний день на потребительском рынке республики реализуется копченый сыр «Чечил» неизвестного происхождения, не гарантирующий безопасность и сохранность продукции, без маркировки наименования, местонахождения изготовителя пищевой продукции и импортера. Мы проверить не можем, мы проводим мониторинг по выпуску, по реализации пищевых продуктов. Просто во время мониторинга, да, она выявляется. Или вот население сами приносит, например, по жалобе, например, для заинтересованных. Мы тоже это, с этим вопросом тоже анализ мы проводим. Любой, например, покупатель имеет право обращаться в департамент по защите прав потребителей, если он купил товар, там нет срок годности, реализация, или он испорчен, наименование продукции, кем это произведено. Можно обращаться, это мы проводим экспертизу. Санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Также под запрет попал и перуанский виноград, завезенный в Казахстан. В нем было обнаружено огромное количество пестицида метамил, который вызывает отравление организма. Помимо Казахстана, опасный виноград поставлялся в Молдову, Румынию, Великобританию, Бельгию, Германию и Россию. Возможно, чтобы реализации не было в Казахстане. На сегодняшний день мы проводим разъяснительную работу среди населения и работаем также поставщиками и палатам предпринимателей насчет этого запрета. Реализация этих винограда производства перу. Запрет введен, но в связи с мораторием на проверки субъектов малого и среднего бизнеса проконтролировать реализацию невозможно. Поэтому потребитель приобретает товар на собственный страх и риск. А употребление продуктов неизвестного производства может отрицательно отразиться на вашем здоровье. Олег Великий, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.